Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных церковных праздников. Согласно Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего Сына. В праздник Благовещения послабляется постное меню, разрешены рыба и вино. В храмах поют праздничные песнопения. Духовенство меняет темные облачения на праздничные, светлые. Согласно народной традиции, на Благовещение принято выпускать птиц. Их полет – символ свободы.